За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Коробейников Владимир. За первое место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Захаров Александр. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Рыбаков Евгений. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Татриев Василий. За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Патык Валерий.
За первое место весовой категории свыше 85 килограмм награждается Тишин Сергей. За первое место весовой категории до 85 килограмм награждается Королевский Ярослав. Уважаемые спортсмены, 3 минуты. Сейчас подойдет Энвер Кусевикович, у нас главный судья. А теперь, чтобы время не зря не тратить, уважаемые коллеги, давайте продолжим соревнования. Да, в 9:30 парад и в 10:00 соревнования. Опять все на параде должны быть? Нет, только те, кто участвует. Те, кто участвует, да? Там уже приедут другие, там малыши будут, там маленькие гирьки, 6 килограмм, 8 килограмм, ну малыши, мальчишки, девчонки. Спасибо большое. Очень интересно. Потом мы сидели в Южный федеральный округ. А там и Черноморский был, это списывает. Внимание! Ковач Андрей! Александр Ковач! Находится военное учреждение, все присутствуют. Называется на пьедестал. Какой он же оттаж, так только тайна. Грудь его в медалях. Лента пожалуйста, да, мы тоже делаем, спасибо. Саш, если надо будет плыть через Керченский пролив с такими медалями, уже ты это, не переплывешь. Утянут нафиг, столько медалей. Вот так. Медали собирать. Ну, спасибо. Спасибо, Саша. Есть, отлично, спасибо. Так, давайте. Сумку-то не унесешь с медалями? Ничего, мне жена поможет. Вот. Она у меня такая вот... спортивная. Тренировала. Главное, чтобы вы тут не остались. Забросим все в Lexus и погоним нафиг багажник. А, да, с такими трофеями есть. Надо... Давай, держи. На пьедестал. Есть такой договор. Американцы смотрят, нам сюда $1000. Не знаю. 60 Две грамоты. Слышно. За первое место в номинации «Рывок». Не зря рвал, да? За участие в фестивале по гиревому спорту «Крымский мост». На подготовку гирь. Так, Батяев Аркадий. Внимание, Батяев Аркадий. Аркадий Батяев. Есть? Да. Есть. Спасибо. Трижды герой. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте работает Тишин Сергей, Ставропольский край. На втором помосте Патрик Валерий, Республика Крым. Третий помост
Татрия Василий, Ставропольский край. Четвертый помост, Рыбаков Евгений, Омская область. Первый место. За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Коробейников Владимир. На память. За первое место в весовой категории свыше 85 килограмм награждается Захаров Александр. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Рыбаков Евгений. За первое место в весовой категории до 68 килограмм награждается Татриев Василий.
За первое место в весовой категории до 73 килограмм награждается Патек Валерий. Килограмм награждается Тишин Сергей. За первое место в весовой категории до 85 килограмм награждается Королевский Ярослав. Готовится 14-й поток. Люди, займите свои рабочие места. Обнулите счетчики. Спортсмены готовы? Вывести на помосты. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте выступает Кучеров Анатолий, Республика Крым. На третьем помосте выступает Сычев Алексей, Пермский край. Четвертый помост Потаков Езимур, Республика Татарстан.
Ну что, первый, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Свое выступление окончил Сычев Алексей с результатом 256 подъемов. Потапов Газимур 191 подъем. 15-й поток. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте выступает Козлов Николай, Республика Крым. Второй помост. Восток Игорь. Саратовская область. Третий помост. Нурдилов Ильшат, Республика Татарстан. Четвертый помост. Завазин Александр, Омская область. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!